конечно, кошмар какой-то. Как такое вообще может быть? Эйвен, это ужас. Ты меня просто удивляешь. Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня вам я расскажу об ужасах своего заказа в Эйвен, ну и, конечно, покажу свой долгожданный заказ. Как же тяжело мне было его получить, вы себе просто не представляете. Изначально мой заказ просто не пришел. Прошло 10 дней, а его все нет и нет. Я решила зайти на сайт Packpoint и отследить его. И оказывается, мой заказ аж неделю назад вернулся обратно в Эйвен по неизвестной мне причине. В моем личном кабинете на сайте представителя висит информация, что он должен уже несколько назад был прийти. Круто! Звоню своему координатору, связываюсь с ней. Она звонит от моего лица в компанию Packpoint, в компанию Avon. И компания Packpoint объясняет, что коробка была повреждена, и товар вернулся обратно на склад. Avon, почему ты не оповестил об этом меня? Могла дальше сидеть и ждать свой заказ и ничего не знать. А дальше координатор звонит в Avon, и там говорят, что да, коробка была повреждена, она вернулась несколько дней назад на склад, и чтобы получить свой заказ, мне нужно было заказать любую мелочь-безделушку, что я и сделала, и тогда будет до вложения, и мой заказ целиком придет ко мне. На этом история не заканчивается. Сейчас с утра еду забирать Packpoint свой заказ, приезжаю, а там не работает терминал. С администратором магазина, с девочкой пытаемся его перезагрузить. Вытаскиваем из розетки, вставляем обратно, и он перезагружается. Но происходит это где-то минут 30, все. В это время я стою и думаю, а оно мне вообще надо? Спустя 30 минут программа в терминале загрузилась, я смогла получить свой заказ, поэтому давайте приступим. Буду доставать все в хаотичном порядке, что попадется под руку. Вот коробочка стоит. Значит, первое, мне положили вот такие за 2 рубля пробнички туалетной водички новой Максима и Максим. Сейчас понюхаю и расскажу вам свои первые ощущения. Даже 2 таких штуки мне положила компания Avon, прям расщедрились. Давайте начнем с женского аромата. Вы знаете, я когда на страницах нам этот аромат был представлен каталогом, мне не понравились женские вообще. А мужские вот более-менее. Наношу на руку. Вы знаете, в пробнике лучше. Но это сладкий аромат однозначно. Слащавый, я бы сказала, для меня даже приторный. Я такие не люблю. Мне кажется, он будет стойким. Есть вот эта эйвонская нотка классическая. Так, и сейчас мужской попробуем. Тоже на себя его нанесу. Но мужской вот мне понравился больше, он интересней. Он реально интересней, да. Здесь есть нотки свежести, терпкости какой-то, возможно, даже древесные чуть-чуть. Вот мужской классный, мне нравится его шлейф. Если будет акция, я супругу такой возьму. Реально нравится женский. Ну, мне не зашел вообще никак. Ну, девчонки, надо брать пробники, чтобы понять и поносить аромат на себе. Знакомые заказали тоже ароматы. Я не могу вам ничего по ним сказать, потому что их не пробовала. Просто пробежимся. Так, и в дуэт, который у нас разделили. И он вот отдельно сиреневый, да? Вот он. Сиреневый у меня заказала девочка. И вот такую водичку Soft Mask. Ей тоже нравится. Она вот приобрела. Из того, что у меня еще заказали, антивозрастной крем Avon True с 30 SPF. Антивозрастной для лица с SPF 30, защита восстановления. Не знаю ничего по этим кремам, но очень хочется услышать ваши отзывы, потому что у меня пока все уходовые средства из Faberlic, и как-то вот боязно переходить на другую линейку. Девчонки, как вам вообще Avon True крема? Как вам InU? Как бы очень хочется попробовать, но не бюджетный вариант, особенно InU, если брать, да? Поэтому хочется услышать ваши отзывы. Если пользуетесь, пожалуйста, напишите. Еще вот такой гель ночной для лица Avon True у меня заказали. И полное восстановление ночь InU. Вот такой вот кремушек. Литровые пены были по хорошей акции. Это у нас малина и черная смородина. Тоже на заказ. И вот такая матирующая пудра. Тоже на заказ идет. Это, по-моему, натуральный бежевый. Девчонки, кто пользовался, напишите, матирует ли. Мне тоже интересно, может быть, себе приобрету. Долгожданные подарочки от компании. Это 2 туалетных водички. Avon Luck, Lavi и Limitless. Если правильно читаю, я очень ждала, особенно вот этот голубой. Он мне прям вот зашел. Я брала в объеме 10 мл и
с удовольствием им пользовалась. Оформление просто шикарное, просто вообще шик-шик. Красота. Ой, даже бантик и не снимешь. Сняла. Сейчас буду пробовать этот аромат, потому что, по-моему, лови у меня не было. Это сладенький ароматик. Ну, классный тоже. Так, ну и голубой я уже знаю, какой он мне очень нравится. У него потрясающий шлейф, он стойкий. Я прямо от него в восторге, поэтому была очень рада, что именно эти подарки за последний шаг в программе «Легкий шаг» были. Так что подарками я просто довольна, особенно голубеньким. Буду с радостью пользоваться. Дальше, девчонки, у меня в заказе по 400 мл дисциплина волос, бальзам и шампунь-ополаскиватель. Они были, по-моему, либо в фокусе, либо в аутлете по хорошей скидке. Рублей за 150 каждый баллончик. Я слышала отзывы и положительные, и отрицательные. Девочки, у кого волосы кудрявые и пористые, писали, что вообще никак. Некоторые писали, что все-таки приглаживает. Другие писали, что вообще супер, и с ним волосы не пушатся. Ну, не знаю, буду пробовать. Они у меня не вьющиеся, конечно, но бывает пушатся, если неправильно выбираю уход. Поэтому посмотрю, потестирую. Вам обязательно в следующих видео оставлю свой полноценный отзыв. Вот такие два геля для душа у меня в заказике. Один называется «Счастье» с ароматом граната и фрези. У меня заказали, не буду открывать, нюхать. И второй, это для себя я взяла маленький. Что-то он, по-моему, был в онлайн-распродаже за копеечки. Карибская колада. Захотелось, знаете, чего-нибудь такого с кокосиком. Вот это кокос и папайя. Сейчас понюхаем. Чувствую химозный кокос и какую-то кислинку. Ничего, пойдет. Это кремовый гель для душа. Я еще их не пробовала. Даже с витаминным комплексом написано. Пусть будет. Для мужа взяла вот такой гель для душа. Не прочитаю вам даже. Не буду ломать язык. Он был тоже в онлайн-распродаже на сайте на хорошей скидочке. Ой, как классно пахнет. Вообще классно, прям по-мужски. Надеюсь, будет доволен. Взяла две вот такие масочки Nutra Effect. Это у нас линейка Avon True. Попробовать тканевые маски для лица сияние. Здесь у нас все по-китайски, я так понимаю, они корейские должны быть, по идее. Ну, посмотрим. Буду пробовать. Кто пробовал, напишите, как эффект. Они были тоже по очень хорошей цене, рублей 60. 69, как они бывают. Вот тот злосчастный крем для рук, который я заказала, чтобы мне прислали все-таки мой заказ. Это «Молодость Актив» антивозрастной с коллагеном эластином. Он был по 60 с чем-то рублей на сайте, тоже в онлайн-распродаже. Ничего не фольгировано, не запечатано. Сейчас попробую. У меня жутко сухие руки, поэтому к кремам для рук я отношусь очень придирчиво. Знаете, питательный, я уже это чувствую. Запах хороший. Нравится. Душками какими-то пахнет. Вот так он разносится. И я чувствую на руках очень такое интенсивное питание. Действительно, правда. Прям вот хорошо. Запах обалденный, кстати, мне очень нравится. Ручки увлажненные, мягенькие. Нареканий к кремушку нету. Долгожданные, наверное, два продукта еще из моего заказа. Это Avon True Nutra Effect. Это у нас линейка для жирной комбинированной кожи. Здесь тоник, очищение, матирующий для комбинированной и жирной кожи. В этом тонике, девчонки, есть внизу вот столько примерно какого-то белого осадка. Я так подозреваю, это что-то типа пудры. И перед тем, как им пользоваться, нужно хорошенько встряхнуть тоник и на ватный диск и пройтись по лицу. Что могу сказать? Я буквально перед видео эту процедуру всю проделала. Потому что, ну, жутко интересно, и вам хочется оставить свой отзыв. Действительно, убирает жирный блеск, действительно матирует. Никакого стягивания нет, дискомфорта нет, покраснений нет. Все прекрасно. Я довольна, действительно довольна. Второй продукт – это пенка. Ее я еще не пробовала, но обязательно протестирую и расскажу вам потом. Знаю, что у многих вот эта серия в любимчиках, Светик, если ты смотришь это видео, я прям вот именно по твоим рекомендациям именно эту линеечку взяла. И вообще, девочки, всем спасибо, кто мне ее посоветовал, потому что тоник действительно классный. Это вот для моей прям кожи, я рада. Скорее всего, он теперь будет у меня в покупках постоянно. Ну и пенка.
Это пенка, я думаю, точнее не думаю, я видела тоже у Светланы на канале. Так, вот это прям пеночка-пенка, самая настоящая. Запах классический. Смотрите, как она здорово пенится. Прям вот на руке у меня образовывается пена и впитывается. Ну, буду тестить, посмотрю. Надеюсь, она тоже будет хорошо матировать. По хорошей цене были охлаждающие патчи под глаза. Я так понимаю, что они многоразовые. И мы их с вами кладем в холодильник или в морозилку. И там храним. И когда нам нужно, потом достаем и используем. Это у нас линейка Нью, оказывается. Вот в таком они пакетике. Гидрогелевые. Внутри гель с замочком. В нем, кстати, можно и класть в холодильник, в морозилку, чтобы они не впитывали в себя запахи продуктов. И вот как они выглядят. Здесь достаточно много геля. Прикольненько, слушайте. И такие прям большие. Вообще красота. Чем разоряться без конца на патчи, на обычные, от которых от большинства эффекта практически никакого нет, я решила, что лучше возьму вот этот продукт и буду класть его в холодильник и с утра прикладывать на зону под глазками. Я опять возобновляю уход за кожей с помощью кубиков льда по утрам. Мне очень нравится, особенно так заваривать какие-то травки. Ну вот по всему лицу прошлась кубиком льда и сюда приклеила, и все. И кожа свежая, потрясающая, даже если не выспался. То, что мне кажется, это хороший продукт. Советую вам, девчонки, присмотреться. Потому что за счет охлаждения именно вот темные круги, у кого не ярко выражены, и пропадают. Ну и дальше три масочки. Три маски. Одна Avon Naturals для лица, для чувствительной кожи с экстрактом ромашки. Вот так она выглядит, желтенькая, и ароматом мака. Я не представляю, что такое аромат мака. Она у нас тоже никак не запечатана, да, наверное. Да, никак не запечатана. Белая кремовая консистенция. Буду тестить. Девчонки вроде говорили, что масочка неплохая, увлажняет. Запах какой-то косметический, но ромашечку чувствую, да, ромашку, запах чувствую. Вот так она выглядит на коже. Будем пробовать. И две маски и Planet Spa, они были по хорошим ценам, и я, посмотрев многочисленное количество отзывов, решила для себя, что возьму сокровище Бразилии с экстрактом асаи увлажняющую, потому что кожа, хоть она и жирная, комбинированная, увлажнение нужно все равно. И превосходное очищение с минералами мертвыми моря, очищающая маска для лица. Она вот открытая у меня даже была. Вот такие вот две масочки. Я так понимаю, что серенькая она у нас глиняная. Да, здесь прям вот серая глина. А сокровище Бразилии, она у нас гелевая. И такого же цвета, как тюбик. Как она классно, девчонки, пахнет. Я прям только тюбик открыла, вообще супер. Смотрите, какой красивый цвет. Ух ты, ну здорово вообще. Вот она у меня здесь. Пахнет просто божественно. Какими-то фруктиками, знаете, такими экзотическими. Вообще запах потрясающий. Буду тестировать тоже, буду рассказывать вам в следующих видео, насколько они эффективны. Казик, мне что-то ни каталог, ни одной бумажечки, ничего у меня больше нету. Поэтому на этом заканчиваю свое видео. Вот с таким трудом мне достался мой заказ, но продуктами всеми, в принципе, я довольна. Буду тестировать маски и рассказывать вам о них в следующем видео. А я с вами прощаюсь. Пока-пока!